Фрильбрусья. Часть Большого Кавказа. Местность, прилежащая к высочайшей горе европейской части материка, потухшего вулкана Эльбрус. Это высокогорная область с ледниками, текущими по ним ветром. Самый большой водоем при Эльбрусе – высокогорное озеро Шелкранкер, находящееся на высоте 3200 метров над уровнем моря. Озеро находится в горном цирке и с трех сторон окружено горами. Снежники на этой высоте летают круглый год. Погода на высоте Шелкранкёра меняется с огромной скоростью. Только что солнце освещало цветы на альпийских лугах по берегам, а через 5 минут может пойти снег или дождь.